Всех приветствуем. День 3 января 2023 год. Просто идеальнейшее чистое небо. Светит солнышко. Салаты уже доедены. Ну, меня вот точно уже надо заново пополнять именно провизию. И вообще замечательный день. Советую вам, если есть такая возможность, выйти на уличку и насладиться весной 2. Вот как-то так. Тихо все, ни сирен, никаких тревог, ни внутренних, ни внешних. Все спокойно, нормально там. Пусть оно так и будет, да? Поддерживаем полностью. Все. Всем горного дня. Подписывайтесь. Здоровья вам. И бережите себя.